Всем привет! Вы на канале Мади. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящих и очень вкусных маринованных огурцов. Использовать будем две банки емкостью 1850 и 1500 граммов. Добавим аспирин и 70% уксус. Если вам интересно, оставайтесь с нами и посмотрите наше видео полностью. Огурцы я тщательно промыла, отрезала хвостики и замочила на 5 часов в холодной воде. Простерилизовала банки, сварила крышки. В каждую банку на дно кладем чеснок, перчик, листья хрена, укроп. Лавровый лист. Сверху выкладываем первый слой. Огурцы целые, один к одному, плотненько. Сверху выкладываем огурцы нарезанные, чтобы они плотно лежали в банке и оставалось как можно меньше свободного пространства. Заливаю в банки кипяток из чайника, сначала понемногу, чтобы банки привыкли к температуре и банки не полопались. Оставляю на 20 минут. Пока вода в банках остывает, приготовим рассол. Я уже знаю, что на эти банки надо 1,5 литра рассола. Наливаем в кастрюлю воды грамм на 50 на 100 побольше, в расчете на выкипание. Добавляем 3 столовых ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Дадим закипеть и поварим примерно 2-3 минуты. Сливаем воду из банок. В каждую баночку добавляем по 5 горошин душистого перца и по 10 горошин черного. И наполняем их рассолом до самой кромки. Кладем в каждую банку по 3 таблетки аспирина и 1 десертную ложку 70% уксуса. Туго закручиваем банки стерильными крышками. Переворачиваем банки вверх дном и проверяем, чтобы нигде не подтекало. Оставим банки в этом положении до остывания. Крышки втянутся и воздуха в банках не останется. Потом банки поставим на полочку в пенал. Такие огурцы очень хорошо хранятся. Самое главное в этом рецепте – это не укутывать банки. Тогда огурцы будут очень хрустящими и вкусными. Проверено годами. Рассол тоже очень вкусный. Соление мы открываем только по праздникам. На утро рассол – это самый ценный продукт, который можно сравнить, пожалуй, только с живой водой. Если вам понравился наш простой, но действительно очень вкусный рецепт, ставьте свои пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте о том, что вы можете нажать на колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о новых видео от нашего канала, и вы нас точно не потеряете. Всем большое спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новых встреч. Пока-пока.